4 ноября в Новом Уренгое стартовал благотворительный марафон «Свои». Это масштабная акция по сбору помощи для бойцов СВО, в которой приняли участие многие организации и образовательные учреждения города. Прогимназия тоже не осталась в стороне. Школьники и дошколята с родителями и педагогами провели благотворительную ярмарку. Песни, яркие наряды, вкусности, мастер-классы. В прогимназии «Центр детства» праздничная суматоха и много людей. Все потому, что здесь проходит традиционная новогодняя ярмарка. И традиционно она благотворительная. Собирают деньги для защитников в зону СВО. Спортивный зал школы превратился в шумную, веселую рыночную площадь. Каждый класс организовал свое торговое место. Здесь и магазин цыганского барона, и восточная кондитерская. Ребята в ярких костюмах продавали изделия, которые сделали сами. Это я продаю брошки, чебурашек. Ну, как вы видите, таких совушек. Таких вот. И чебурашек. Можно еще приобрести такие зефирки. Брошки мы делали сами, они ручной работы. А зефирки покупали. Воспитанников прогимназии, конечно же, поддержали их родители. Я блины приготовила, вот, испекла. А еще мы для СВО собираем посылки. Надо помогать. Наши бойцы, они все-таки в таких трудных условиях находятся, защищают родину. И мы не должны оставаться в стороне. Мы все-таки одна страна, одно целое. Мы дома вчера пекли вафли венские, паковали их вместе с дочерью. И вот сегодня наши волонтеры продают все, что приготовил наш класс. Ну а мы пришли за покупками, и все средства, которые планировались, потратила буквально за 10 минут. Все прикупила нужное, вкусное и очень красивое. Посетители ярмарки посмотрели спектакль на английском языке от учеников билингвального класса. Hello, Beth. Where are you going? I come to school. Good idea. Do you have your copybook? Would you give me your copybook? No problem. Here you are. Thanks. It's a pleasure. Bye. Bye. За 2 часа раскупили практически все. Каждый участник внес свой посильный вклад в общее дело. Мы все вместе работаем на благое дело. Творить добро очень важно, тем более сейчас в наше время. Мы надеемся, что часть наших средств и все средства, которые мы сегодня собрали, пойдут на благо, пойдут нашим солдатам, им семьям на специальную военную операцию. Вырученные 258 тысяч рублей направили на счет Центра развития гражданских инициатив «Свои». Вера Потлова, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.